Дети в ярко-оранжевых беретах и в таких же галстуках собираются возле второй школы города. Это юные инспекторы ДПС. Отряд под названием «Светофор» при школьном лагере знает главное правило дорожного движения. Школьники начальных классов и вправду могут похвастаться знаниями правил дорожного движения. Однако на практике не всегда эти навыки могут уберечь детей от нерадивого водителя, который на своем авто может выскочить из-за угла. А иногда сами дети в силу своей невнимательности просто забывают об элементарных правилах поведения на дороге и перебегают проезжую часть в неположенных местах. В связи с этим госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Перед пешеходным переходом необходимо заблаговременно снижать скорость, также выбирать такой скоростной режим, который бы позволил в случае чрезвычайной ситуации быстро остановить транспортное средство. Не забывать о том, что дети – это самые незащищенные участники дорожного движения, которые в силу своего возраста не в полной мере осознают всю опасность, которая подстерегает их на дороге. Могут внезапно выбежать на проезжую часть и также переходят дорогу в неположенных местах. Как показывает практика, пересечение дороги на пешеходных переходах несет опасность, как для самих пешеходов, так и для водителей. Поэтому школьников с первого класса учат правильно переходить дорогу. Сначала остановиться, посмотреть по сторонам, и если нет машин, переходить проезжую часть. То, что надо переходить только на зеленый, на красный нельзя, а когда желтый, надо ждать. А еще надо, когда переходишь дорогу, надо смотреть влево и вправо, потом переходить. И нельзя переходить дорогу сзади машин, потому что они могут не увидеть. Нельзя бегать около дороги и играть рядом с ней. В ходе акции школьники вместе с дорожными полицейскими останавливали машины, предупреждали водителей о пешеходах и детях. Кроме того, каждый ребенок дарил водителям вместе с буклетами, нарисованные собственными руками, памятки правил дорожного движения. Дети в оранжевых беретах не оставили равнодушным ни одного водителя, которые в свою очередь давали обещание соблюдать правила и не превышать скорость. Чинчиса Мугарес, Хавалу, телекомпания «Новый век».